Всем привет-привет! Я бы очень дорого готова была заплатить за право сказать в начале сегодняшнего ролика: ребята, я на море, я доехала. Но, увы, ситуация, которая складывается сейчас во всем мире, она ставит под угрозу не просто мои межсезонные мечталки. Вот. Раньше я могла себе позволить рвануть вот так вот на недельку на море или в Сербию, но, увы, сейчас даже летнее мое пребывание в этих чудесных местах находится под очень-очень большим вопросом. Компания, с которой я должна была лететь, они сдают сейчас билеты, и я буду со своим билетиком держаться до последнего. Он у меня куплен, кстати, в одну только сторону. Ну и поскольку туда меня не пускают, я взяла билеты на поезд и огромный рулон утеплителя и поехала к маме. Напомню, средняя полоса России. Мамины дачные подоконники вмещают очень много орхидей, которые находятся на броне у моих подписчиков еще с прошлого года. И сейчас по теплу они готовы свои растения забрать, а мама выпихивает меня с моими орхидеями. Вот, потому что у нее святое, у нее рассада. Едва зайдя в дом, я, естественно, была готова сразу бежать рассматривать своих орхидейных питомцев. Но у мамы все строго, у нее не забалуешь, но пасаран, поэтому проход к орхидеям лежит, естественно, через промывание рук и носа хозяйственным мылом. У нас все очень жестко. И потом, наконец-то, меня пустили к моим орхидеям. Вот это вот моя красавица Гигабелл. Я ее покажу в ролике про цветение марта подробно. И в следующем ролике мы сравним с вами ее цветение предыдущее и предпредыдущее. Мне кажется, ребята, она каждый год видоизменяется. Нет, она по-прежнему шикарна, просто у меня каждый раз ощущение, что я смотрю на разные растения. А еще мама, которой посвящен целый тег в моем ВКонтакте, мама и орхидеи. Мама раскармливает моих кабанчиков, сидрей джапоник минмара, просто до каких-то неприличных размеров. Как вам сказать, они уже похожи на мини-фаленопсисы, понимаете? Кто видел, держал в руках сидрею джапонику минмара, тот понимает, какое это миниатюрное чудо. Так вот, у мамы орхидеи за 2 или за 3 года, что они у нее растут, я ей тогда штук 7 подкинула на дачу, короче, они у нее сейчас настолько гигантские, что один лист маминой сидереи по размеру сравним с моими целиковыми растениями, которые дома в Москве. Короче, она не признается, чем она это все это дело поливает, кормит, и рассчитает, что мама моя немножечко ведьма, поэтому у нее все вот так вот колосится. Ну, на ваших экранах снова моя гигабелка. То ли она уже отцветает, приобретает такой оранжевый оттенок, то ли в этом году ее цветение отличается от предыдущих. Естественно, не обошлось у нас без пересадок. Мама не все растения, которые я ей когда-то отдала, смогла заколосить и прониклась моей любовью к корням. Она говорит: ну ладно, ничего не цветет, давай хотя бы в корнях поколупаемся. Первый товарищ, которого мы, скажем так, вскрыли, это была очень старая посадка, которую мы давно не трогали. И обладатели этих корней, которые мы сегодня будем разбирать, многие мои подписчики старые помнят, потому что он не только снизу там шикарно корнится, он корни гонит даже на конце цветоноса, минуя детку, которую сначала вообще-то он должен был на этом конце цветоноса нарастить. Потом, по законам природы, у этой детки должны были свои корни появиться, и потом я должна была эту детку отсадить. Короче, вот там справа стаканчик привязан. Это, я напоминаю, осенние кадры. Вот та детка в стаканчике, которая... Она нормально развивалась, то есть там листья, корни, все. Я ее потом отрезала и отправила к Ирине в качестве подарка. А вот этот цветонос, он по-прежнему, вы знаете, за полгода никак не изменился. Он по-прежнему гонит корешок. И все мои надежды на получение еще одной детки растаяли, вот, как прошлогодний снег. Кто мне говорил в том ролике, где я вот это вот безобразие показывала: да вы не переживайте, весна придет, покажется детка, к которой должен был прилагаться корешок. Короче, ребят, нифига. Кто мне эту детку выпрашивал потенциальную, типа когда она растет? Оставь надежды всяк сюда входящий, называется. Вообще растение странное. Я уже говорила, что я его перекупила после того, как один известный всем сайт вот прислал своим покупателям не то растение, за которое они вообще-то платили. Но, вы знаете, то растение, за которым все тогда гонялись, меня и не радовало, и не хотела я его. И поэтому то, что я теперь называю типа бронз, потому что это не настоящий бронз мейден, вот, оно меня радует и ботвой, и корнями, но, зараза, цвести, по-моему,
не собирается. Ну, а поскольку у меня такое правило, если там полгода, год не происходит ничего с растением, то нужно что-то менять, нужно менять ему условия. Вот, варианты посадки, размещения, способ полива. Возможно, не хватает света, возможно, не хватает перепадов температур для того, чтобы, ну, хоть что-то там заколосилось. Причем вы видите, да, что на осенних съемках, что вот на нынешних, старый цветонос у него по-прежнему зеленый. Ничего с ними вообще не происходит. А ведь им, по-моему, ребят, года уже 3, если я не ошибаюсь. Короче, мы сейчас будем это все дело вскрывать. Нижние листья, которые совсем уже потеряли тургор, стали светло-зелеными, зелеными салатовыми, я, пожалуй, обрежу. Очень тяжело было вытаскивать этого товарища из горшка. К пластику корни, конечно, не так прикипают, как к стеклу и керамике, но все равно и такое случается. Короче, пришлось взять плотную такую картонку, заострить ее с одного края и этим острием прямо туда, проталкивая вглубь, да, эту картонку, отделять корешки от горшка. И только потом это все поддалось извлечению наружу. Короче, ребят, корни, конечно, классные. Те, которые вот нарастали за последний там год-два у мамы, они очень сильно отличаются от старых. Магазинные, кстати, старые корни, они до сих пор сохранились. Мы ничего не стали с мамой отрезать, буквально кроме нескольких фрагментов. Ну, естественно, что они просто меньшего объема, потому что со временем старые корни усыхают, да, как будто бы теряют в объеме. И они страшного цвета. Но вот эти вот корни, которые вы видите сейчас, вот, ребят, тут никакого фотошопа, вот они реально такого цвета. Какие-то голубоватые, зеленоватые, серебристые, очень красивые, лоснящиеся. Кое-где они сплющены в такие плоские-плоские шнурки. Мама говорит, вот хорошо, что мы его извлекли, там, наверное, места не было этим корням. Так они там распластались. Короче, ребят, этой посадкой я очень довольна. Напоминаю, что керамзит, который вы слева на блюде видите, он был на дне горшка. Основную часть горшка занимали, собственно говоря, сами корни и скорлупа кедрового ореха. И в пластиковом стакане из Ашана, который за 15 рублей, вот, в нем было очень-очень много вентиляционных отверстий. Что мы будем с мамой менять? Ну, во-первых, размер горшка, конечно. Мы хотим все-таки вот эти вот корни воздушные изогнуть вниз и заправить в горшок. Во-вторых, я хочу оставить скорлупу кедрового ореха и керамзит, но примешать туда, ну, где-то 1/10, да, по объему триферна. Потому что, ну, не цветет растение. Прекрасно себя чувствует, но не цветет. Поскольку ничего больше 5-литровой канистры из-под воды нам в голову не пришло, вот в хозяйстве не нашлось, мы взяли старую-старую какую-то канистру, обрезали ее, отмыли. Оказывается, эта канистра была не от воды, а от масла. И вот таким вот способом нехитрым, гвоздем, нагретым на газу, мы проделали много-много-много отверстий. Они, конечно, меньшего диаметра, чем те, которые выдает мой паяльник, но паяльника у нашего деда что-то в мастерской мы не обнаружили. Короче, на дно идет толстый-толстый слой мелкого керамзита. У меня, пожалуй, теперь не одни посадки орхидеи, постоянные посадки, которые рассчитаны на год и более, они не обходятся без керамзита. Ребят, почему раньше я игнорировала этот вот нижний слой? Причем этот слой не для того, чтобы в нем скапливалась вода. Вот там дырочки идут до самого дна, поэтому все сливается. Наоборот, этот слой керамзита позволяет дышать посадке, которая, я думаю, будет из-за примеси триферна достаточно влагоемкой. Вот, и оставлять это все дело с мокнущим нижним слоем я бы не хотела. Поэтому никакой коры, никакого, естественно, триферна или мха снизу. Слой керамзита, вот, для того, чтобы. Так, ну вот здесь вот вы видели, да, этот слой керамзита отсутствует, потому что посадку на ее начальной стадии мы трижды переделали. Что-то все время забывали, вынимали, подсыпали, меняли местами. Ну, короче, нижние листья, как я уже сказала, по одному с каждой стороны я обрезала. Немножечко растение стало покомпактнее. У меня вообще в моих условиях, ну и в маминых, соответственно, тоже, да, новые листья растут более узкими и короткими, чем старые магазинные.
мы их не раскармливаем, не распаиваем, вот, и растения приобретают с годами более компактный вид. Один цветонос, на конце которого, минуя детку, да, вырос корешок, вот мы его сохранили, посмотрим, что будет. Там несколько пазух таких увеличенных, скажем так, при пальпировании. Ты это чувствуешь. Я думаю, может быть, там какие-то детки еще будут образовываться. Ну, короче, посмотрим. И вот такая вот посадка у нас получилась. Кстати, кто спрашивал, каким утюгом я запаиваю край горшка? Ребят, у меня утюг Борг дома. Я это делаю на режиме эко. А у мамы обычный совдеповский такой утюг. И, знаете, мы прикрутили просто на синтетику, на самую низкую температуру. И все нормально у нас запаялось. Короче, не переживайте, пластик не расплавляется, он не обмазывает утюг. Вот кто меня спрашивал, придется ли потом утюг покупать. Нет, конечно. Вот, вы видите сейчас такие слегка обновленные посадки. Как я уже сказала, триферн привезла и скорлупу кедрового ореха в смеси с керамзитом из старых посадок я сверху вытрясла. Растения оставила в прежних посадочках. Вот все, кроме вот этих трех красоток, это Наташи Айко, ужасно капризные и ужасно дорогие гибриды. Я не знаю ни одного человека, у которого бы они цвели. Короче, вот так вот они выглядели у нас чуть ли не год назад. И вот так, посадка центральная, они выглядят сейчас. Найдите разницу. А по одному старому листу они потеряли, новые они не наросли, не нарастили. Так вот, эти Наташи Айко у меня уже в хозяйстве 2,5 года. Как дорого я их купила, ребята. И как... Так, 2,5 или 1,5? Блин, ребят, 2,5, наверное. Короче, как долго я с ними вожусь, и мама с ними возится, и как дорого когда-то я за них заплатила, и толку никакого. Дальше. Товарищ, который тоже получил дозу триферна, это год назад, чуть меньше, в мае месяце 2019 года, этот Ирин подарок, Дендробиум хибики приехал к маме на дачу. Так там и задержался. Приехал он к ней в виде практически голых псевдобульб. Я сняла с них кейки, которые с них тянули все соки, и оставила только вот эту вот поросль в основании горшка. Короче, сейчас март 2020, а это был май 2019. И из-за компактного размера этого растения мама сказала, ну ладно, так уж и быть, оставляй мне его. Вот это декабрь месяц. Несколько месяцев назад было, да? Видите, что поросль, которая летом только намечалась, она вроде как подросла, но ни один из этих ростиков не оформился в полноценную псевдобульбу, к сожалению. А также на старых псевдобульбах по-прежнему продолжают пытаться нарасти кейки. Короче, ребят, что вам сказать? Хорошее растение, хорошее, но я не могу сказать, что я с ним подружилась. Все-таки мне казалось, что за год пребывания вот у нас оно могло бы выдать какие-то более впечатляющие результаты. Я вполне связываю это с моими косяками с посадкой. Возможно, растению просто что-то в этом горшке не нравится. Кстати, сегодня буду вам показывать одну посадку, отвратительнейшую, которая практически загубила мне одно из любимых растений. Вот, и могу сказать, что сочетание горшка керамического и скорлупы кедрового ореха не пойдет. Короче, не экспериментируйте. Вот так выглядит грусть моя и печаль. Это мой Хэнк аспарагус. Дендробиум Хэнкока. Достаточно редкое растение, не дешевое растение. И когда-то оно было пышным-пышным таким, короче, кустом, привезено мною на дачу. Мама ужасно из-за него расстроилась, потому что, ну, она вообще расстраивается, когда у нее что-то пропадает из моих запасов, но тут она мне говорила, значит, всю зиму, слушай, что-то ему плохо, плохо, вот видите, какой он был, у него было очень много побегов прошлой весной, когда я его привезла маме, летом он стоял в теплое время, лето он стоял на улице, высох там, мама говорит, наверное, я его занесу, он так быстро просыхает, я говорю, ну, занеси в дом, она его поливала. Вот это вот осенние съемки октября примерно месяца. Видите, как много у нас еще ботвы. Потом мама мне говорит, слушай, ну сохнут листья. Я говорю, ну ладно, может быть, он вообще листопадный какой-то. Она говорит, да, но вслед за листьями сохнут еще и вот эти тоненькие-тоненькие псевдобульбы. Ну, поскольку к маме я приезжаю очень редко, вот последний раз я была, по-моему, на Новый год, если я не ошибаюсь.
И да, наверное. И, короче, я в этот раз приезжаю, вижу его, думаю, боже, какой облезлый куст. Мама говорит, может, его уже выкинуть надо? Я говорю, нет, давай просто посадку вскроем, посмотрим. Короче, ребят, там изначально корней было очень-очень мало. Я снизу вот в этот горшок напузырила очень много керамзита, по-моему. А, нет, пеностекла, пеностекла. А, вот, может быть, надо было керамзит вместо него брать. А можно было вообще голову включить на первом же этапе и посадить его в какой-нибудь пластиковый прозрачный стакан маленький, чтобы через него можно было смотреть за тем, что происходит с корнями, понимаете? Вот здесь такая посадка, керамика плюс скорлупа кедрового ореха, пеностекло, немножко там было керамзита и коры. Вот неправильные пропорции, да, как бы корневой системы и горшка, который не проветривался, привели к тому, что корни, которые изначально-то были не айс, они, скорее всего, ребята там задохнулись. Мы когда это все дело вскрыли, в нос ударил такой очень неприятный запах. Мама говорит, я все орхидеи поливаю раз в неделю, а этого поставила, говорит, на кухонное окно, оно сильно греется, когда солнце светит, и я, говорит, в него не забываю подливать воды. Ну, короче, а что там поить было? Корней-то нет. И, соответственно, всю воду, которая туда попадала, да, корни не выпивали. И вот там все это мокло, мокло, мокло. Мы это дело вскрыли, ужаснулись тому, как это все пахнет. Я не стала оббирать пальцами все корни пропавшие, потому что я боялась увлечься и вообще оставить это растение без корневой системы. Иногда бывает, что страшненький корешок, даже слегка мягковатый, вот, в основании своем имеет все-таки жесткие такие плотные фрагменты, и они все-таки будут работать не как работает полноценный корень, но все-таки, знаете, хоть на чем-то нам нужно продержаться до начала нового корнеобразования. Но есть у меня подозрение, что вот 90% того, что вы сейчас видите, это мертвые корни. И там еще часть ризомы тоже погибла, но я не стала ее выстригать. Мы только с мамой те псевдобульбочки, которые совсем уже высохли и сами отваливались, мы их убрали. Но вот сейчас при вспышке видно хорошо, да? Зеленые псевдобульбы – это то, что живое, и на их кончиках колосятся хоть какие-то листики. Вторая часть посадки – ровно пол горшка. Она умерла. Вот. И поскольку я за этим растением не наблюдаю постоянно, как за своими московскими орхидеями, я не буду сейчас гадать на кофейной гуще, что стало причиной. Ну, скорее всего, конечно же, да, неправильная посадка, неправильный субстрат в неправильном горшке. Но почему именно половина горшка погибла, а вторая половина живет, я не знаю. Вот, короче, мы на блюдо все это высыпали. Видите, да, очень много было снизу пеностекла. В качестве дренажа я не буду его больше использовать. Пойдет он у меня, может быть, как примесь к какой-нибудь лаве. Не знаю. Не удался этот эксперимент. Хотела я это растение вообще забрать. Мама говорит, слушай, забери от греха подальше, потому что я не могу на него смотреть. Говорит, сердце кровью обливается. И так получилось, что я собирала сумки, везла их одна. И у меня это растение просто не влезло из-за своих габаритов. Я забирала еще горшки, которые тоже у нас скоро будут разыгрываться в группе ВКонтакте. Кстати, кто не подписан, ищите нас ВКонтакте. Мы называемся «Зрим в корень орхидейный». У нас вчера 1001 человек появился в группе, в подписчиках, в участниках сообщества. И в связи с этим я хочу замутить что-то грандиозное, какую-нибудь такую лотерею с тремя или даже четырьмя призовыми местами. Короче, посмотрим. Растянем это наверняка до середины апреля. Вот, но зато отпраздновать так отпраздновать себе позволим это дело. Спонсоров, к сожалению, у меня нет. Были бы спонсоры, я бы вам бесплатные все призы рассылала. А так, извините, только лотерея. Так вот, что же мы делаем? Мы берем горшок белый с кучей дырочек, в котором сидел тот фаленопсис, у которого корешок на конце цветоноса. Отмыла его, на дно положила это же пеностекло. А в керамике больше не буду его использовать. А здесь почему бы нет? Здесь много вентиляционных отверстий. Вот, показываю вам при вспышке и без фотки. Не знаю, на каких будет лучше видно. Короче, поверх пеностекла положила слой триферно, тонкий слой. Вот, поставила это растение туда. Посадка получилась очень глубокая, видите, да? Очень глубоко
прямо на дне эта резомка. Вот, но я не собираюсь засыпать до края горшка, естественно, все это дело субстратом. Тем же пеностеклом я просто прокладываю вот такой круг, выкладываю по бортикам для того, чтобы просто закрепить эту старую, скорее всего, мертвую корневую систему. Она будет быстро там просушиваться, просыхать, потому что и триферн хорошо дышит, и вентиляционных отверстий в горшочке очень много. И после того, как я таким образом закрепила это растение в горшке, я сверху присыпаю еще тонким слоем триферна, буквально сантиметра, наверное, 2 там получилось. Вот, и все, пролила это водой из-под крана и поставила за день до отъезда. Все это проделала, в день отъезда встаю, думаю, интересно, что там вообще начало просыхать, нет? Ребят, знаете, интересные такие ощущения с этим триферном. Он влажный. То есть вот и рукой, да, и салфетку, если ты положишь, видно, что салфетка намокает, да, то есть влага там сохраняется. Но при этом он не мокрый, как мох, да, он не чавкающий, не квакающий. Он просто умеренно такой вот влажно-мокрый, но при этом очень много между вот этими, как сказать, фрагментами, да, очень много воздушных микрокарманчиков. Короче, ребят, посмотрим, не знаю, вообще, конечно, это растение идеально было бы примотать к блоку и просто поливать его опрыскиванием или там под кран даже засовывая каждый второй, например, день и куда-то подвешивая. Но у мамы нет возможности подвесить ни один блок в ее квартире и забирать это домой. Я сказала, я не смогла, потому что другими растениями и горшками были заняты мои две сумки с коробками. Ну, короче, вот так вот получилось. Посадка глубокая, еще раз говорю, но она не утрамбована до конца. Примерно, наверное, половина, что ли, горшочка у нас получилась. Горшок маленький, диаметром, наверное, сантиметров 12, что ли. Короче, будем моего Хэнка Аспарагуса выхаживать. Мама сказала, еще одна псевдобульба отвалится, нафиг тебе его привезу. Вот, не любит она, когда у нее мои орхидеи пропадают. Ну ладно, есть на чем продержаться, да? Конечно, это не те заросли бамбука, аспарагуса, который был в начале. Ну ладно. Ошибки, они, знаете, они учат. Лучше, чем положительный опыт. Мне бы, знаете, я так думаю, хотя бы треть этой резомки сохранить, хотя бы несколько вот псевдобурбочек, чтобы живы остались. Ладно, перейдем к чему-то более позитивному. Помните, я говорила, моя мама заколосила тут зимой сидерею джапонику Минмару. Очень долго она ждала, когда этот цветонос оформится. В отличие от моих московских, которые давно зацвели и отцвели, вот у мамы цветонос держался долго, она его обрезала буквально перед моим приездом. И сказала, блин, так мало продлилось цветение, я прям, говорит, расстроилась. Так, говорит, долго я вообще тебе их выращивала, так долго мы следили за цветоносом, и буквально несколько недель, и пшик. Я говорю, да, мама, они вот так вот не очень долго цветут. Она такая, ну, забирай их тогда. Я говорю, не-не-не, им у тебя хорошо. Смотри, говорю, каких кабанов вырастила. Реально, говорю, ребят, у меня вот дома в Москве есть растеницы, сидерейки, джапоники, минмару, которые как вот полтора листа, или как вот один слева, вот этот большой лист такой круглый. Вот реально у меня есть растение размером с этот лист. Короче, монстры. У меня кто-то просил, типа, у вас же их много, продайте. Ребят, я даже не знаю, во сколько оценить это чудо. Вот. То, что оно не будет дешевым, это понятно. И мама сначала говорила, не-не-нет, оставь все нам. Мы столько их растили, а сейчас, когда увидела, сколько, недолго цветет у нее эта минмарка, она говорит, все, забирай, один горшок оставь, а остальных продай. Я говорю, мам, ну это было первое цветение, оно было зимнее, ты редко включала подсветку. А они очень любят хорошую подсветку, я по своим зарослям смотрю, минмарочным. Вот те, кто получает больше 12 часов постоянной подсветки, вот они колосятся хорошо, растут, все, и цвели, кстати, только из той партии все растения. Все остальные, которые в других посадках, в других местах квартиры без подсветки, они даже и не думают цвести. Вот. Коллективные посадки, которые мы с мамой тут зимой намутили, чтобы они поменьше места занимали в преддверии рассады, они прекрасно себя чувствуют. Они занимают реально мало места. Они уже эти минмару пустили в эту новую посадку длинные корни.
Кто-то мне ВКонтакте написал: «Ева, вот это маникюр». Я сначала подумала, неужели мои руки в кадр залезли? Там маникюром не пахнет. А оказалось, что это про корень с таким почти что рубиновым кончиком. Я думаю, что это заслуга солнца. Вообще-то у Минмару нет тенденции к тому, чтобы корешки становились на кончиках коричнево-красно-рубиновыми. Нет, это вот именно солнце летнее такое уже, которое иногда на мамины окна приходит. Прям руку подставляешь, и ты чувствуешь такое летнее-летнее тепло. Ну и что, что за окном около 6 градусов по утрам бывает минус? Ничего, все равно чувствуется, что скоро будет уже лето. Короче, ребята, вот такие вот у меня красавцы на маминых подоконниках. Корни чудесные. Конечно, те, которые у меня в Москве, они показывают некоторые экземпляры чудеса наращивания корней. Вот, особенно в той посадке, которую я вам еще не демонстрировала. Держу интригу до последнего. Все здорово. Но с мамиными дачными ничего не сравнится. Но тут еще, знаете, возраст. Все-таки, когда у тебя растение год, это одно. Когда у тебя растение 2 года и 3, это, конечно, впечатляет. У Минмару, знаете же, да, как корни растут? Они во все стороны одновременно начинают отрастать, прям как ежик такой, веером таким. Все уходят в субстрат, потом какой-то период, да, отдыха, а потом снова следующий вот такой вот слой прям прирастает, слой корней, если можно так выразиться. Короче, ребят, довольна я всем, кроме Хэнка Аспарагуса. Ну ладно. Буду я уже закругляться, потому что мне сегодня нужно отвезти несколько растений, отправить несколько растений с деком и Почтой России. Большие пересадки меня ждут, но поскольку я тоже перехожу, как все человечество, на почти что дистанционную форму работы, буду чаще бывать дома, буду больше возиться с растениями и заодно замутим, как я уже сказала, лотерею в нашей группе. «Зрим в корень орхидейный», так наша группа называется. Находите нас ВКонтакте, мы ищемся легко через поиск. Все, мои хорошие, всех целую, еще приду. Увидимся на моем канале в следующих роликах.